Коммунальную аварию в многоэтажке на Береговой начали устранять после вмешательства администрации. Сегодня на место вновь выехала начальник городского ЖКХ, чтобы лично проконтролировать ход работ. Напомню, канализационный коллапс для жителей дома на Береговой 76В начался несколько дней назад. Из-за того, что расположенный рядом с домом колодец оказался засыпан, нечистоты начали подниматься в квартиры. Люди были вынуждены снять заглушки с труб и пустить стоки в подвал. Чтобы разобраться в ситуации, на место несколько раз выезжала начальнику ЖКХ Марина Шолохова. В соответствии с комиссионным обследованием было установлено, что на сегодняшний день колодец фекальной канализации находится в изломе, частично засыпан строительным мусором. Предположительно, это было произведено в результате восстановительных работ благоустройства по муниципальному контракту реконструкции наружного освещения. Работы по расчистке колодца и восстановлению канализации сегодня идут с самого утра. Тем временем жители уже отмечают положительные изменения. Уровень стоков в колодце стал ниже. К вечеру ситуация полностью выправится. Мы действительно очень рады, наконец-то можно будет полноценно пользоваться всеми услугами коммунального характера. И мы надеемся, что то, что вот сегодня начали работу, она действительно будет доведена до конца. И вся наша система водоотведения будет восстановлена.